Эгегей, с вами вновь Пипстрич, и мы продолжаем проходить игру «Ходячие мертвецы». Поехали! Итак, в прошлой серии, значит, мы зашли в этот дом, когда мы спрятались от ходячих, и с Кенни мы решили пойти, значит, подготавливать лодку. Ну и также посмотреть, какие-нибудь припасы все-таки надо. Так. А Кенни просто тупо идет вперед вообще. Глядя куда-то вообще в пустоту просто. Не идут вдвоем, молчат до ноба. Думаешь, дома все в безопасности? Просто ненавижу оставлять Клементину одну, будто ходячих было мало. Короче, какой-то псих объявился. Опять? Нет, послушай, это не тот же колокол, что и раньше, это дальше. Что бы то ни было, на ходячих двинутся туда. Тихо, тихо. Сейчас главное не это. Не шуметь. Какого черта вообще происходит? Не знаю точно, но может тот, кто звонил в колокола, делать нам услугу. Да пофиг, блин, я найду того, кто это сделал, и тому мудаку в колокол позвоню. Отлично сказано. Пойдем дальше. Still nothing moving behind us. Раз за нами никто не идет, думаю мы. Oh my God. Боже мой. Здесь должна быть лодка. Должна быть. Кенни, мужик, я так не думал. Возможно, стоит вернуться позже с новым планом. Это и есть план, Ли. У нас единственный. Я так просто не сдамся. This one might still be salvageable. You better be right about it. Надеюсь, ты прав. Я сказал, возможно. Отвали уже. Я, блин, рыболов, а не чудо-строитель. Я проверю. Ты посмотри берега. Может быть, есть еще что-то на другой стороне. Я не думаю, что нам стоит разделяться. Нам и не нужно. Видишь телескоп? Ты через него сможешь посмотреть всю водную гладь. Посмотри, может, что и увидишь. Okay. Хорошо. Так. Газетный ларек какой-то. Боже мой, это что? Мать вашу же. Капец вообще. Что там творится-то, а? Отлично. Нужен четвертак. Вообще просто ужас какой-то.
И что это должно значить? Что-то вроде предупреждения? Кто вообще мог такое сотворить? Не, стрелять я не буду, потому что это привлечет других. Нафиг надо. Пометки какие-то есть еще тут. Ну, здравствуй, красавица. Пусто. Да, это было бы слишком просто. Так. Опа. Может, тут что есть? Хотя в новостной кабинке навряд ли монетки будут. Закрыто. А, сюда то, что монетки ложат. Ага. О, у нас есть теперь монетка. Пойдемте посмотрим этот телескоп. Ну, давай шагай быстрее, ты такой медленный, я вообще в шоке просто. Fuck! Чё орёшь? Чё с лодкой? Это не поплывёт, корпус разбит, ниже веры... не знаю, короче. Что это за хрень? Судьба, которая хуже смерти. Заброшена, как и все в этом городе. Лодок тут никаких нету. Лодок нету вообще. Тут может что? Затонувшая. Nothing but water. Not a boat to be seen. Эй, чё у меня? What the fuck? What the hell? Какого? Get down. Хрена, спрашивается. Силуэт, кстати, похож на того, кто в колокол звонил. Мы не ищем неприятностей, но как раз самое время узнать. Слушай, если это тот самый парень с рацией, который дурачит нас, мы можем положить этому конец. Прямо сейчас. Ладно, иди посередине улицы, я зайду сбоку, прикрою с фланга. Да, короче, ты опять спрячешься где-нибудь, ты ж сыкушка, блин. Так, пистолет убери только, а то... Мы поговорим, угу. Знаю твои разговоры, ты либо засышь, либо застрелишь, блин. Нафиг такие разговоры твои. Зачем тогда прятаться? Просто бы, блин, крикнули вы, я не знаю. Не поняла. What the... О! На, по щам. На, еще раз. Что-то глаза-то баби. Не, серьезно, глаза бабские? Нет! Клементина! Не, серьезно? Ты не из Кроуфорда, короче. Кроуфорд? Что за хрень ты несешь? Не против, если я встану? Медленно. Кенни, убери пистолет, блин.
don't. No, he's with us. Чего всех останавливать надо, блин? Люди, вы кто вообще такие? Все просто... Я успокоюсь, как только она мне скажет, кто она и откуда. Отвали, козел, меня зовут Молли. Молли? Я Ли. Это Кенни и Клементина. Мы ищем не... Мне ищем неприятностей. Привет. Вы, ребята, и правда не из Кроуфорда, так? Я даже не знаю, что это такое. Все, что за, за баррикадой. Что произошло? Ты точно хочешь знать? Да. Когда все скатилось в говно, несколько людей сгруппировались и захватили целый район. Эти ребята всеми средствами пытаются выжить и не пускают мертвяков внутрь. Я стараюсь их избегать. Почему? Скажем так, они не терпят тех, кто не хочет или не может жить по их правилам. Так как ты узнала, что... Что-то там, короче. Потому что в Кроуфорде нет детей. Больше нет. Что ты имеешь в виду, нет детей? Почему? Нет ни детей, ни стариков, ни людей с плохим состоянием здоровья. По сути, нет никого, кто бы мог стать обузой для общества. В Кроуфорде действует правило, выживает сильнейший. Так они выжили, пока весь мир вокруг них скатывался в жопу. Господи Иисусе. Но все выглядит лучше, если смотреть с их стороны. Обузами. Что произошло? Ну, несколько ты уже встретил. Капец, натуре. Да. Любой, кто болен, слишком стар или просто недостаточно силен, чтобы выжить. Для них это люди лишние голодные рты, поглощающие ресурсы. Да уж. Откуда ты все это знаешь? Все в саванне знали, то, что произошло в Кроуфорде, разнеслось словно миф. Только все это оказалось правдой. Ты знаешь, кто звонил в колокола по всему городу? Да, это была я. Я знал, Ли, я знал, что это она все время следила за нами. Убери свой палец от моего лица, дедуля, пока я тебе в жопу не засунула. Я не следила за вами, я даже не знаю, кто вы такие. Спокойно, Кенни, голос по рации был мужским, помнишь? Да, но ты, это была или не ты, но сегодня утром из-за звона все ходячие поднялись. И чуть нас не съели. Я так перемещаюсь по городу, звоню в колокол в одном районе и бегу в другой, короче. Так ты их называешь? Да, знаешь, они похожи на гопников. Ходят стайками и... Ладно. Не нужно быть особо умным, чтобы обмануть мертвых. Кучка тупоголовых дебилов. Слушай, я спрошу тебя еще раз. Вы не из Кроуфорда, так кто вы вообще такие? Что вы тут делаете? Мы просто пытаемся выжить так же, как и ты. Единственный способ выживать — это найти лодку и свалить отсюда. Но удачи с этим. У всех, у кого были лодки, отобрали их, как только люди начали есть друг друга. Должно быть что-то. Если бы было, думаете, я бы тут сидела? Я искала каждый дюйм этого города. Дебил, не хочешь убавить громкость? Черт. Раз уж вы не попадаете ни на одну лодку, советую вам вернуться оттуда, откуда вы пришли. О, господи. Отлично, просто отлично. Действительно, отличнее некуда просто. Путь, который мы пришли. Наверное, выстрел привлек их.
Есть другой путь обратно к дому? Молли, здесь... Молли! Ну, она как бы одна живет, она только за себя и думает. Не знаю, мне пофиг. И что нам теперь делать? Смотреть предыдущий ответ? Ты же должна помочь нам, пожалуйста. Давай, шевелись. Давай, давай, живее. Ли, давай. Давай, Кенни, не... Господи, Кенни, ты опять, блин. Нет, Ли. Ли, быстрее. Господи. On, давай, Ли, тащи свою жопу сюда. Люк. Люк. Быстрее, где он? Где он? Где он? Не могу открыть. Here, держи, используй ее, чтобы приподнять. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. О, господи, боже ж ты мой. Ли! Вот так вот. Пала. Ой. Клементина, ты меня слышишь? Нет, они, видимо, уже ушли. Если ты меня слышишь, возвращайся в дом, ладно? Встретимся там. И вот я что подумала-то. Давайте это оставим на следующую серию. Так что на этом мы заканчиваем. Вторая, по-моему, серия 4-го эпизода. Так что всем удачи и пока, увидимся в следующей серии. Пока.